С вами Дианчик, и сегодня мы будем снимать видео про Аватарию. Я не знаю, что мы будем в этом выпуске делать. Даже... И еще с вами 1.24.13. Здесь будем делать. Еще с вами 1.24.13, не забывайте. Вы знаете его, так же как и меня, и вы знаете уже наши дома, потому что мы вылаживали видео. Да. Но теперь Диана тоже создала свой канал. Ну как создаешь? Да. Но я бы вам хотела показать то, что у меня есть одна измененная комнатка. Нет, даже. Это спальня. Я немного добавила другого интерьера. Это вот так. Она немножко изменена, потому что мы там немножко решили подменить. Да. Мы ходили по чужим квартирам. И это клубная туса. Вот. Ну да, это изменено было. Мы поднимали, кстати, квартиру. Все показали в прошлой серии? Я не помню, что мы показали. По-моему, было все совершенно по-другому. Угу. Сегодня мы... Кстати, не обращайте внимания, мы решили подзаработать. И сегодня мы пойдем тусить в клуб. Хорошая идея в клуб подойти потусить. Ну да, пойдем. Блин, так я не знаю, как бы мне назвать эту серию, будет. Кстати, мы в следующей серии, наверное, тоже будем через меня. Мы с Вадиком поженимся. Возможно. Можем даже в следующей серии сегодня записать, но я не знаю толком. Когда мы будем ее записывать? Постараемся сегодня записать, но... Вы знаете, мы не что гарантируем, это... мы ничего не гарантируем. Угу. Да, Диана, кстати, Диана скачала, наконец-то. Ну хотя, дальше сразу говорю. Я прошу, говорю или это, которое не заснялось? Ой, извините за неполадки. Вы, наверное, напомните Дашу, та девочка... С ужасным микрофоном? С ужасным микрофоном. Кстати, Дашка, где? Я в клубе, находи меня. Кто не знает в Аватаре, есть клуб. Хотя, что я говорю? Сами заходите, играйте в vlog.ru. Вадик, ты это, ищи, найди меня просто. Зачем? Ой, извините за такие жесткие... Блин, что с Авкой сегодня? Я, конечно, хотел заснять еще... Может быть, мы снимем второе видео? Это будет туториал? Я думаю, я пойду домой, потому что очень-очень лагает, Вадик. Я так думаю, что у меня есть такая вот хитрая идейка. Следующее видео, как очистить пляж под себя. В Тропикане, в Аватаре. Но это будет делать в Тропикане, но в Аватаре этот способ тоже работает. Вадик, немножко... я остановила. Ну, Диана приостановила запись зачем-то. Ну, я тоже. Вадик, у меня она до сих пор остановлена. Ну, Диана, да, до сих пор запись остановлена, и чё? Ну, ничего, иди сюда, лучше из дома будем, потому что там невозможно. Раз, два. Мы Диану находим. Диана зачем-то остановила запись. Да, также мы дальше продолжаем. У меня она и была. На что же запишем? Я не знаю, что мы будем делать, но мы с Вадиком хотели покомментировать разных моих друзей. К примеру, Викусю. Она достаточно высокий уровень, 19-20. Ну, короче, но есть один минус. Квартира не очень хорошо обустроена. Мы оценим эту квартиру и... будем оценить квартиры. Да, и вы тоже постарайтесь оценить и сказать. Да, какой-то по 10-бальной шкале мы так их оцениваем. Да, и вы просто напишите в комментариях. Чья квартира вам больше всего нравится? Ну, чья квартира? Такая гостиная, я думаю, она особого ничего не заслуживает, потому что зачем... Где диван, во-первых? Зачем столько много кресел? Гостиная мне так себе нравится, просто фонтан очень дорогой. Ну, я думаю, гостиная нормальная, в принципе, сюда поставила какой-то более элегантный компьютер, или еще бы я сюда поставила телевизор другой. Какая-то моя Катя пришла, моя подружка. Катя, я ее совершенно не знаю. Так она у меня в приятелях вроде, да, она в приятелях. Вот, так, в принципе, неплохо, она 500 золота тратила, да, это правда. Следующая комната будет у нас... Кухня. Кухня.
Я считаю, что... Давай я первый буду рассказывать, что я считаю. Дороговатый телек за 50 золотом. Очень хорошая. Довольно-таки нормально, хорошо сделано. Все хорошо симметрично поставлено. Мало хавки. И почему все два стула? Я считаю, что это среднее. Да, неплохо, но вот этот корабль тут ни к чему, и телевизор бы я переставила в другую комнату, так что для меня это где-то 8 пока баллов. Спальня. Спальня, да. Ну, тут вообще не поспоришь. Ну, это уже квартира общущего, но это не спальня, извините, это какая-то раздевалка. Я не знаю, какая это спальня. Ой, что-то подозрительно. Спальня для меня отвратительная, шкаф стоит посреди комнаты, какое-то ужасное кресло. И да. Какого черта тут череп, чтоб типа, когда ты шел посмотрел, потом не спал всю ночь? Какой да? Череп? А, на двери. Да, и меня это очень удивляет. Ну, Лили, в принципе, но для такой дорогой девушки вы потом поймете, почему я ставлю за эту комнату 5. Во-первых, Диана, это кресло, оказывается. А ты не знал? Нет. Следующая комната, которую мы будем обозревать, это будет кабинет. Кабинет. Ну что тут уж сказать? Да. Ужас! Это ж... картина ни при чем, нету стулья. Зачем вообще вот эти вот сетки здесь нужны? Причем тут цветочек, причем тут, ну ладно, пол и стены нормально. Ужасно. Ну, стены, если честно, мне кажется, отвратительно. Сочетаются с этим, можно сказать, полосом, я не знаю. Паркетом. Спарки. Что-то мне это вообще ужас, по-моему. Вот. Тут показывать по-моему, ничего. По-моему, это кошмар, но отдельный плюс за вот эти вот... Сторик? Вазу. Неплохая... Идейка? Да. Неплохая, но вот эта вот вазочка. Угу. Вот я вот показываю мышкой. Ну и вот это, соответственно, тоже неплохо. Но это вообще не сочетается... Следующая комната это ванная со сломанным джакузи. Только не понимаю одного. Во-первых, нужно показывать. Вадик, я поставила на паузу. Просто бабка пришла. Папа, мы с вами. Да, мы продолжаем. Может, она идет на то, что я пришел. Следующая комната будет это ванная. Со сломанным джакузи не понимаю вообще прикола. Вот, Диана, расскажи. Не, причем тут цветок? Цветок вообще не подходит, ни одного практически цвета нету. Разве так тяжело было, по-моему, починить ванну? Унитаз плохой. Ванна стоит как-то не очень. Ну, мне не очень нравится. Диана, твое слово. Ну, я думаю, цветы, в принципе, подходят сюда нормально. Но не понимаю, почему даже джакузи не комнаты. Ванне запор. Еще не понимаю... Мой, это стоит здесь. Вадик, отойди, пожалуйста. Мне кажется, вот эти вот, хотя бы щетка и мыло поставить сюда, чтобы можно было сразу, а не бегать туда-сюда, это раз, и два. Я бы поставила два зеркала, чтобы здесь можно было какие-то препараты наносить на кожу, а не бегать туда-сюда. Да, просто ужас, ты прав, Вадик. Туалет отвратительный, я ставлю за это 2. Нет, три. Мы идем в следующую комнату, гараж. Это будет гараж. Ну, это что, гостиная какая-то, что ли? Я не понимаю, зачем... Ну, с днем победы, это нормально, граффити, но... Причем тут, во-первых, стульчики, почему нельзя было нормальный пол черненький поставить, такую плиточку, не знаю, поставить другие обои? И зачем тут вообще этот столик нужен? Лучше какие-нибудь шины, канистры, вдруг машина сломается. Поэтому я решила оставить за эту комнату 5. Да, граффити неплохо, но с Днем Победы, ну, мне кажется, это уже отстойно и правда. День Победы когда был-то? В общем, мне эта комната не нравится. В принципе, цветочек и картинка здесь приятно, потому что Лондон и очень красиво. В принципе, я бы поменяла здесь полы, поставила шины и всякое такое. За это я ставлю 6 баллов с плюсом. Следующая комната... Следующая комната, в нашем случае, сейчас, блин, листа. Это кафе, профессия или кафеси? Кафе-кафеси. И первое, что бросается в глаза, зачем нужна долбанная печка? И во-вторых, как пробраться сюда? Зачем тут кресло?
печка. И чё все в одной куче? Потом. Стульчики слишком низкие. И всего 3 столика. Декорация. Ужас. Вот зачем тут меч? Картины мало. А есть только картины, которые тут вообще ни при чем. Ну, извиняюсь, но 6. За это я полностью согласна. Почему все в одной куче? Это отвратительно выглядит. Тем более какие-то... Какие-то приборы еще согласны. Это вот это, я не знаю даже как это назвать. Ужасное кафе. Да, просто столики маленькие, стульчики маленькие, потом камин вообще ходит, туда падает Дед Мороз, а не какие-то там чулки в кафе. Для меня это ужас, я ставлю 5 с 20 минусами. Короче, комната отдых. Больше похоже на гостиную. Отдых должен быть с кроватью, в спокойной атмосфере, а не чтобы тут радио орало по духам. Мне это больше реально, во-первых, пол не сочетается со стенами, причем тут вообще этот пол. Диваны. Зачем? Тут 2 таких дивана, нельзя было эти, нет. Причем этот диван. Тут награды вовремя стоят. Но зачем это же отдых? Вы должны отдыхать, когда у вас голова болит, что типа того. Зачем вам музыка? Причем, во-первых, здесь вот эта вот награда сделать прицельно в мастерской. 2 цвета почти в одном. Цветка один в одни стоят. Белый картина на оранжевых облаках. Это на оранжевых стенах нормальная граффити. Картина зависела граффити. Это не очень нравится, и шкаф. Из всех выводов можно принять, что это 5. С минусом даже. Для меня это просто отвратительно. Ладно, если она поставила такие диваны, то надо было сделать соответственные обои. Тем более вот этот вот диванчик сюда полностью не подходит. Диваны здесь элегантные, с подушечками, а здесь какие-то сердца... Это лавка вообще. Отвратительно. Она бетон. Потом смотрим на этот столик. Рара играет, я выключила музыку, потому что это просто отвратительно. А также здесь стоит этот, награда. И пару цветов слитые вместе, это просто отвратительно. Ну, за это я еще ничего не говорю, но вот эта вот картина, вот это вот и граффити с этим самым. Закрытая причем граффити, Да. Отвратительно, я ставлю за это только 4. Ну, еще, в принципе, нормально вот это вот. Так что я не знаю, как это. Клетка для птиц. Следующая комната, да. Клетка для... Я еще до нее не дошла. 4. Только птички, никаких украшений. В принципе, у меня тоже нет украшений, но я только узнал, но как бы с таким молоком можно было что-то тут придумать. Нет. Ничего нету. Я ставлю за это 7, потому что мне кажется, да, 8. Девочка, может, давно не доходила, но птицы хотя бы какие-то есть, но в принципе декора очень нет. Я, наверное, даже 6 поставлю. Ну, это же 6. Так, ну тут нечего обозревать. Творческое. Тут и начинается ад. Во-первых, творческое. Тут должен мольбет быть. Что-то еще. Нет, тут музыка, это какая-то туса, я не понимаю. Цветочек тут вообще ни при чем, он, наверное, уже завянет скоро от такой музыки. 2 кресла. Зачем? Вообще, должен столик возле каждого быть, должен быть диванчик в творческой комнате. Пианино, ну, пианино нет. Ну, короче, что-то творческое. Это больше похоже на какую-то тусу недоделанную. Я тоже говорю, что это ужас. 4. Обои и пол вообще не сочетаются. Ну, граффити, в принципе, нормально, но с этим... Граффити это вообще отвратительно. Я бы поставила здесь музыку, конечно, но я бы поставила какие-то еще развлечения. Мольберт, как говорил Вадик, какой-то более продвинутый микрофон, диваны, столики какие-то, и сделала полусценку какую-то. Жюри, чтобы типа были. Ну, короче, было, как бы... Я ставлю 4 здесь, не больше, ни за что больше не поставлю. А я ставлю меньше 3. Ну... Следующая комната это... Собачка. Минус 2 балла за название. Да. И начинается ад. Не, ну я тут поставлю так. Сочетание... Это самая, наверное, красивая комната, 8. Я не поставлю тут никогда в жизни 8, потому что кровать.
Ну хотя да, Олежка, какую черту она здесь стоит? Я бы поставила эту кровать, это очень красивая кровать, я бы ее поставила в спальне. Потом, в принципе, очень плохие сочетания цветов, синяя с зеленым, это отвратительно. Розовая с темно-красным, белая, в общем, очень много разных цветов, для меня это 5. Итак, подводим итоги. Все баллы вместе. Я за всю квартиру. Пошли, давай сядем на ее ужасное кресло. Так, подводим итоги все квартиры. Я все итоги не больше, чем 5. За всю квартиру я поставлю 6, потому что были плюсы. Ну, 2. Вот это вот, например, гостиная плюс большой. Ну... Если бы не гостиная, я поставил бы 4 или 3. Диана, у тебя есть кто-то еще, кого можно обозреть? Мы этой серии еще успеем сделать это? Я думаю, давай уже заново последнее. Это, мне кажется, давай возьмем Андрюху, посмотрим плюс у него. У него, конечно, 5 уровень, но я не знаю. Ну, давай еще кого-то обозрим, 3 человека будет у нас сегодня. В принципе, 25 минут где-то это всего займет. Ну да. Ну... Мне кажется, начало неплохое, но здесь немного чего-то не хватает. Диан, давай я первый буду говорить. Короче, оранжевые обои с креслами совпадают, но что вот делать кресло? Кресла нужно оранжевые помещать под оранжевые обои. Причем тут картина, почтовый ящик, ладно, прощаем. Закрытое окно, хоть в зале оно вообще открыто должно быть. 2 награды на камине, это ладно. Шкаф, причем тут он белый, тут ничего нету белого, кроме окна. И 2 награды, ну ладно, и меч весит. Моя оценка на это все 7. Я такого уровня. Мне кажется, все красиво, но нет какой-то банальности числа, каких-то побольше бублев, какого-то, я не знаю, каких-то малепустеньких цветочков, больших цветочков. К примеру, если он сделает здесь этот белый шкаф, то поставил бы холостяцкую вазу, очень неплохо бы смотрелось. Почтовый ящик, мне кажется, он неплохо даже смотрится с этими обоями и паркетом. Это неплохо. Картина здесь должна быть. Мне кажется, если он также, я повторяюсь, если он делает какое-то окно, тогда надо было доставить холостяцкую вазу. В принципе, все остальное неплохо. Моя оценка 8. Дальше у нас должно идти спальня. Первое говорю, помнишь? Спальня. Много сочетаний зеленого цвета, в принципе, как и должно. Успокаивающая картина, окошко, лампочка. Что? Подожди, давай. Окошечко такое, лампочки. Ну, короче, все нормально, но 9 я поставлю. Знаете, почему не 10? Причем тут это граффити? Чтобы когда я вставал, меня пугало. Это ужасно граффити. Но вот так я ставлю, моя оценка 9. Мне все нравится, особенно эта граффити, мне нравится больше. Оно такое позитивное, веселое, здесь какие-то веселые бомбончики. Я ставлю за эту комнату только 10, потому что, мне кажется, все сочетается. Для меня это 10. Капец, Викуся вообще как-то отстой по сравнению с пятым уголком. Ага. А ванная довольно простенькая, но хорошенькая, скажу. Следующая ванна. Она очень простая, я мало декораций, но подумайте, 5 уровень. Какую ванну вы имели на 5 уровне? Для 5 уровня это 10. Вы зеркало, все есть. Даже ничего не буду говорить, но я поставлю 10 с минусом, потому что нет банальности. Я также повторяюсь, каких-то веточек, каких-то, я не знаю, ковриков. Вот это 10 с минусом. Ну, я поставлю просто 10. А так 10 с минусом. Ну, это будет влиять на основную оценку, 10 с минусом. Кухня. Итого, кухня. Подожди. Нормальное совпадение цветов, но проблема. Стены не изменены, значит не подходит. Стол нормальный, только кухня, должно быть больше еды. За то, что мало еды, я так сильно занижаю оценку до 7. Я снижу оценку до 8, потому что также нет обоев, и
также нет еды. За холодильник я молчу, потому что я он знаю, еще что нельзя. На пятом левеле его нету. Я ставлю 9 с минусом. Идем след. Все, это все. Подводим. Закончились и идем в гостиную, и там подводим итоги. Короче, моя основная оценка 9, 10, 10, 7, 9. Моя оценка 9. Если бы не его пустая кухня, в принципе, он бы заслужил на 10. Можно закрыть глаза на гостиную. Ну, для меня гостиная это отлично. Я ставлю 10 с многими минусами. Да, 10 с минусами, не знаю, как он. Ну, в чат я пишу 10. Но я ставлю также 10... Ой, господи, 19. 10 с минусом, потому что некоторые комнаты были немножко страшноваты. Давай еще одного человека успеем обозреть. Следующая... Ой, я не вижу. Следующий игрок это Алла. О. Вот. Ну, давай побольше людей посмотрим. Уровень, но на этом уровне можно было уже купить вполне холодильник. Нет, давай 30-й этот, 30-й. До 30 минут. Даже давайте не Аллу. Давайте немножко повыше левел, потому что это уже будет... Ну, это отстой. Ирина, 13-й левел. Ой, мы оценивали ее так жестко. Ну, квартира немножко можно не секретарь. Можно в этот раз я буду первая? Угу. Вообще ни в какую тему не идет незажженный камин. Какой-то паркет, ну паркет в принципе нормальный. Дверь разноцветная. Тем более меня бросается в глаза это вот это граффити. Страшные молекулы. Просто ужас, можно сказать. Одним словом, я ставлю 5. Моя цель. Камин тут вообще не сочетается, почему он не горит. Шопинг нужно было подвинуть немножко поближе к этому столу, поближе к наградам. Почему тут дверь нормальная, ужасная дверь? Закрыта граффити, картина ладно, цветочек нормально, кресло нормально. Ну, дверь, почему окно подпёрто? У меня возникает вопрос. Шкаф деревянный, из всего этого я ставлю 7. Вывод мой. А, ты ладно. Не учёл это самое, 6. Граффити? Ну что, ну у меня 6 поставлю даже. Хорошо, я ставлю 5. Кстати, Даша, извини, если ты смотришь, но мы реально ставим, наверное, то, что мы считаем. Это мы думаем. Это спальня. Я первая. Здесь поломатый телевизор. Благодаря мне. Не, ну это не считается, потому что да. Телек может быть... Ну смотрите, у меня удивление. Я буду вот так вот лежать, да, и смотреть как-то по-идиотскому телевизор. Я да, как-то переворачиваться. Я бы поставила кровать вот так вот, и телевизор поставила сюда, и было бы неплохо. Бросается в глаза этот пол, какой-то шершавый, страшный. Притом, ненужные коврики. Для меня это ужас. И окно где-то в стороне, под лампой какой-то. Ну, я ставлю 6. Начинаю я. Телек ставлен реально плохо, нужно поставить кровать. Почему, кстати, на тумбочках разные вещи? Нужно было поставить фонарик. Еще он над вами фонарик висит, он может было время упасть. Причем вот белый коврик вообще в комнате и шершавый пол. И у меня возникает вопрос. Даже если она пыталась под пол поставить синий диван, этот кресло, оно не подходит ни к чему. Двери белые, это уже ладно, окошко. Окно всегда должно быть рядом с этим, с диваном, с этим, с кроватью, чтобы обычно засыпается намного лучше, когда у вас свежий воздух. Ну, стол, ладно, уже только причем здесь, он так далеко от кресла. Лампа должна быть рядом с кроватью, а не возле какого-то кресла, которое закрывает окно. Из всего этого можно сделать вывод 6. Я бы хотела добавить то, что... Мне кажется, окно должно быть рядом с диванчиком из-за того, что вот когда у меня была перестановка в доме, я, получается, у меня стоял диван прямо рядом с получается. Я лежала, и у меня окно. И когда я просыпалась, очень хорошо. Да, вот поэтому нужно. Просто отлично. Я очень хотела бы оставить так, мама сказала нет. Нельзя, нельзя, нельзя. Ну, короче, мы на эту комнату очень много времени тратим. Ну, в принципе, у нас не ограниченное время. Следующая комната жрачка. Да. Это кухня. Следующая комната... Девять... А, точно, это... Ой,
такое отвратительное название. У меня аж есть хочется. Причем тут страшно, это граффити. Еды совсем нет. Какой-то страшный пол, обои не поменяты. Для меня это только три. Мое. Холодильник стоит в стороне. Вот, видите, он в стороне стоит. Шершавый пол. Почему нету еды зато? Есть какая-то водка на столе. Извиняюсь. Коврик перед дверями. Зачем? Лучше поставить его под это, чтобы если ты мог босиком могла... При чем тут граффити? Я не понимаю. Жрачка. Это ужасное название. Нельзя было нормально кухню назвать. Окно, ладно. Только нужно было его тогда где-то посередине повесить. Они... тут больше, тут меньше, как видите. Ничего, мало модулей, не вижу вообще. Ну, для меня это 5. Я завышаю даже немножко. Привет. Следующее это ванночка. Ой, вон её. Господи. Ладно. Просто чисто мораль. Смотрите, когда я буду умываться, умывать свой душ, я должна бегать и прибегать туда, к зеркалу, чтобы посмотреть, все ли я смыла. Полотенце вообще вдали. В 300 лет. Да. И тем более, если я буду купаться, мне кажется... Я смогу с унитазом за тобой наблюдать. Меня смотреть буду. Еще я вот так смогу сделать. О, коряна. И в туалете то же самое. Потом все белое, такое впечатление, что хотя бы немного морского бриза добавила какого-то. Пол вообще не изменен, вообще не понимаю, зачем этот коврик поставила бы сюда, для меня это четверка. Моя, да? Коврик можно было поставить бы возле ванной и унитаза. Унитаз можно было поставить подальше от ванны, а ванну поставить с шторками. В это окно можно будет за ванной спокойно наблюдать, если вы будете мыться или что там. Да, второе зеркало нужно во-вторых. Зачем тут два фонаря? Чтобы когда вы умывались, ну ладно, ночью, но только нужно было на какие-то другие фонари, потому что это совсем не подходит. Золото к белому. И что это за комод вообще такое? Еще у меня возникает один вопрос. Нельзя было изменить пол, стены, вообще картины какие-то, цветочки поставить какие-то, вот вы видели мою. Ну, я так думаю, что эта комната заслуживает оценки 3, 4. Следующее это кабинет. Ну там уже вообще не говори. Здесь я вообще ничего не могу сказать. Ладно, вот ваза холостяцкая подходит. Но почему оно вообще, обои не изменены? Потом, какие-то радужные цвета. Такое впечатление, что я в радугу попала. Какую-то синяя, желтая, белая, коричневая, желтая, зеленая, оранжевая, черная. Так, да. Кошмар. Вот. Это моя слава. Подожди, да? Дайте просить. Вот, я бы поменяла обои, сделала чуть-чуть потускнее цвета. Вот, для меня это оценка 3. 3. Майо, фон. В кабинете зачем ставить серебряные? Все скажут, что ты неудачник, не золотые. Камин, ну ладно. Закрытое окно. Ну, еле как. Стул не подходит под стол. Зачем ваза с водой рядом с компом? Ты можешь дернуться и разлить воду на ком. Кресло, ну ладно. Белый коврик вообще не знаю при чем. Не изменен обоим. Ну, так-то больше не могу прибраться ни к чему. Поэтому 6. Для меня это 3, потому что это страх, ужас. Не уверен, что они... Кстати, стопудово что-то тут заминировано все. Следует там магазин. Ну, тут это вообще жесть. Секунду, подождите, извините, на процесс интернета. Вот, не знаю, что сказать. Я бы тогда покупала каких-то более банальных, потому что у нее какие-то однообразия. И такие столы, как-то, знаете, кухонные столы. Так ощущение, что она по-быстрому это за 2 секунды, раз. Да. А так она мне рассказывала, она это 5-6-7 дней делала. Это за 3-4, за 2 минуты можно такое сделать.
Да, мне это очень не нравится, потому это оценка 4. Моя. Извини, кстати, за обрезанный низ. Я не виноват, это не запись, это вообще такое... Короче, при чем тут коричневое окно? Где вообще какие-то декорации? Из кухонные столы какой черта стоят? Должен быть столик какой-то. Какой-то столик с стульчиком, чтобы ты сидел, типа, и продавал. Вот, правильно. Чего так мало товаров? Несимметрично стоит. Один на одном стоят. Должен быть стульчик, как я повторяю, со столиком, чтобы ты сидел и смотрел, чтобы ничего не украли. Коврик зачем? И что такие скользкие плитки? Я могу накупить себе кучу цветов. Потом пошел и улетел в дверь башкой. Ну, сломал, короче, череп пробил. Цветов, ну, еще два цветочка, либо... ну, что можно сказать? Тогда нужно хотя бы в два ряда стола. Столы нужно поставить было. Что моя оценка? 5. Я? Блин, как там? Комната еще пса. О, у меня кука в мясо. Вот что я только могу сказать. Ладно. Не может починить. Зачем вообще здесь книги? Чтобы я села и ударилась сразу же об них головой. Ладно, картина плохая, но если это клуб, тогда должны быть какие-то больше коктейли, лимоны. Ладно. Столики. Где столики, чтобы мне можно было сесть и покушать? Я бы сделала вот здесь вот пару столиков. Вот я вот покажу. Вот здесь вот пару столиков, а здесь потанцевать. Или вот это убрала сюда, а здесь сделала так вот ряд вот таких диванчиков и столики. Было бы очень классно, для меня это оценка 4. Мое слово. Ладно, за граффити, но можно было хотя бы поменять стены. И пол. Причем тут коврики? Ну ладно, коврики нормальные. Музыкальный центр это я сломала. Зачем книжки и меч? Я сяду такой, у меня меч башку отрубит, да? Ладно, меч можно, но зачем книжки? Клуб не сделан, чтобы не книжки читать в нем, а тусить, туса. На коктейли нужны быть столики какие-то. И стол не подходит под музыкальный центр картины, тут ну, нормальная, но... И то. Это 6. Хотя какой 6? 5-4. Идем дальше. Это детская. Ну, тут, это, по-моему, еще более-менее. Ну, детская хотя бы какая-то, но... Я не понимаю, ребенок встанет или уколется об эти шипы? Это раз, два. Если бы это был ребенок, мальчики, девочки любят какие-то больше желтые, красные цвета. Пать, какой ты любишь? Я синий люблю, темный. Я синий и голубой люблю. Ну, вот темный хотя бы. Ну, а это какой-то голубой, но это отвратительно, если честно. Тут все цвета, которые не сочетаются. Да, белый, какой-то вообще, это ужасный. Детскую кровать, может, нужно было поставить? Детскую кроватку поставила какую-то однообразненькую. В общем, для меня это 5. Короче, моё. Шипы. Это опять же. Что, она тут колючую проволоку будет закрывать, что ли? Окошко. Ладно, окошко нормально. Почему белая кровать, белая тумбочка, оранжевые какие-то кресла, белые коврики? Белого много, да. Но почему нельзя было тогда сделать более белые обои и более белый пол, если ты хочешь уже всю комнату белой сделать? Что дальше? Ваночка, картины. Ну, из того, что мы... ладно, тут 6 уже. Так, идем дальше. Что дальше идет? Это гараж. Гараж сразу. Ужасный. Какой-то идиотский граффити, который не подходит под машину. Просто отвратительное. Мне кажется, это ужас. Даже никакого бензина, нету колес каких-то. Вот у Андрюхи более комната еще лучше. Ну а это просто жесть. Моё слово, да?
Да, для меня это где-то 3-4. Даша, не забей, если ты смотришь, но можно было хотя бы обои поменять. Кстати, она так ощущает, что она не умеет обои поменять. Граффити, ну ладно. Но только, может, машину нужно было по центре поставить. Или в какой-то уголок, они тут так, ну, вы сами видите. Нужно было поставить хотя бы какую-то, не знаю, канистрочку. Ну, если шины, но нет денег. Так, может, тогда не нужно... Ну, нету денег, я понимаю, но... Так, может, подкопить лучше, а не тратить... Да, я остановила. Ну, Даша, без обид, Диана, наверное, записывала, но посмотрите, если что, мой оригинал. Что я скажу? Может, нужно было поменять машину, ну, и шины. Я понимаю, нету золота, но знаешь, что я тебе порекомендую, Даша? Диана, внимание. Что ты рекомендуешь? Смотри, чтобы накопить золото, не нужно было менять прическу Дианы, но на какую-то вот эту, вот сами видите. Я вам хотела сказать, вот Ирина, видите, у нее вот, напишите в комментариях, кого лучше прическа. Вот, у меня и у нее какие-то распаленные волосы, это просто кошмар. Она поменяла такую, потом такую, она ее каждый раз меняет. Прическа, особенно хорошие любит менять так-то. Еще, она тратит деньги на какую-то фигню, если честно. То купить, подложить бомбочку. То невыполняемое задание 5 раз помыть, да, 5 мусора убрать у своих гостей. Просто, ну просто реально. У нее денег. Ладно, я бы тебе посоветовала бы. Есть такие колонны. Можно было поставить сюда такие колонки специальные. А здесь поставить пару шин. Было бы хотя бы как-то уже. Угу. Ну, не считай, мой гараж инструмент. Моя оценка 4. Моя тоже. Ну, я представляю итоговую оценку этой квартиры. Ну, ее может спасти только если... Это клетка для птиц. Так же самое я говорю просто. Ну ничего, гляньте мусора, сколько мне приходится каждый раз за ней убирать. Не, ну я пойму, скажи спасибо. А где птички? А блин, у меня ж нету птиц. Вот именно. Ну украшение, может украшение нужно хотя бы поставить? Ну для меня это 2. 5. Вообще ничего нету. Ну а за что 5? Что сразу давалось? Это вот это для птицы, она ничего не делала, и клетка. Сходим в гостиную и итогом. Так, и гостиная, подожди, Вадик, я сейчас иду. Иду. Что там я делаю итог? Я боюсь итог даже произносить. Я тоже, потому что я знаю, какой это будет, и это просто отвратительно. Я первый, да, так произношу? Давай я же первый. Я произношу свой итог, ничего не буду говорить, я просто напишу. Это только... Моё. А нет, тоже ничего не произноси, напиши. Ну я скажу, вот, я расскажу. Я не буду говорить, я скажу, почему. Макса, люди, слушайте, а я расскажу, а вы потом догадаетесь, что, какую оценку поставлю. Мало сочетаний. Очень маленькая оценка, средняя. Мало украшений, потому что все тратятся на прически ужасные. Ну, моя оценка. Ставьте паузу и угадайте. 4. Я прям угадала, Вадик. Я прям угадала. Средняя оценка была 5, но из-за гаража и клетки заряжается 1 балл. Ну, я думала, обозревать больше людей не надо, потому что, во-первых, это уже видео почти 40 минут длится, а во-вторых, я уже чуть-чуть даже подустал. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а с вами была Диана и Вадик. И Вадик 24.13 или просто Вадик. Пока!